Das ist italienische Kröte, ja, ne? Ja, das ist verschiedene Kröte. Попробовать нам дали сыра там на рыночке. Вот, продавец такой очень вежливый, на всех языках, включая русский, может общаться, ну там пару фраз, но тем не менее. В общем, сыр handmade отличается вообще, кардинально отличается от всего, что продается в магазинах. То есть в первую очередь, если вы сыроед, то вам, ну в смысле, любите есть сыры, то надо съездить в Гауду и на рынок попасть и отведать, попробовать разные сорта и, конечно же, что-то приобрести. А мы, Лянь, мы живем в Гауде. Гауда поражает своей изящностью, старинной аутентичностью. А, вот музей Гауда. Вон музей. В центре Гауды обнаружился в таком спрятанном месте. Вы не подумайте, не плантация с марихуаной, а райский уголок. Посмотрите, как здесь очень великолепно все устроено, скульптурки, скамеечки. Понятно, сейчас моросит и не очень это все выглядит. Ну, представляете, в солнечный день здесь можно, наверное, даже предложение сделать. Один из львов, охраняющих Гауду, точнее герб Гауды, это вот такой щит, на котором красно-белый, посередине здесь серебряная полоса, ну, по идее, белая должна быть, и три шестиконечных звезды, и сверху корона. Вот. Ну и вот один из львов таких, украшающих данную скульптурку, и здесь кто-то уже что-то отмечал. Посмотрите, бокал оставил. И вот здесь какие-то латинские цифры. К сожалению, у них я не ориентируюсь. Приятное место. Как известно, в Голландии любят современное искусство. Оно представлено во всех формах. И здесь вот в этом райском уголке также нашлось место для современного искусства. И вопрос для знатоков современного искусства. Что это такое? Работа называется «Волна». Чем-то напоминает гусли. У кого какие ассоциации, пожалуйста, оставляйте в комментариях. А, кстати, вот заметьте, здесь находится ограждение вдоль канала. Первый раз я наблюдаю такое в голландских городках. И вот такая ирония. Я не знаю, к чему это приурочено. Данная голова на постаменте, таком маленьком выемке из дома. В общем, привлекает туристов кафе-музея. Это музей Гауды. Современное изображение герба Гауды. В местном саду Гауды
Можно встретить даже землянику, которую вообще никто не собирает. И она здесь как декорация. Потому что все увлечены сырами. И это вот за этой решеткой. Но там можешь гулять. Ну и как вы обратили внимание, на гербе Гауды у нас шестиконечная звезда. Извиняюсь, я не такой полиглот и не такой задрот в истории Гауды, но мои мысли доходят до того, что, скорее всего, Гауда связана каким-то образом с еврейским поселением. Здесь у нас памятник, который посвящен евреям, депортированным за годы войны. Мне кажется, я очень люблю Гау, это очень классный город.